То есть нам надо сделать две таких из кубика. По которым затягивает автомобиль. Площадки две, не полоски. И подтянем их вот сюда. Нормально. Вытянем. Сейчас мы ее вот сначала сделаем Ctrl-R, разделим и потащим его по X. Для чего мне нужны вот эти вот две? Вытягиваем. Так, хорошо. Теперь эту сторону тянем. Конца вот сюда. Так, можно теперь взять этот объект и его сюда подвинуть. Спрыгнику. Так. И G по Y. Вот так вот. Их должно быть две, чтобы одна вот сюда скидывалась. Shift D и по Z. Так, и она должна быть меньше. Должна быть вот такая. А здесь нам нужна будет, скажем так, Shift и отодвинем ее. Вот. S. Увеличим. Так. Так. Теперь Е. Теперь мы ее... Оп, это кто? Отдельно сделать надо.
d двигаем сюда, по x тоже. Так. Ну и здесь проталкиваем парочку. Так, где у нас штыри? Штыричек взять какой-нибудь. Этот. Shift-D сказать, потащить его сюда. Уменьшить размерчики и увеличить длину. Нет. Длина здесь x. Вот так. И теперь, наметившись, мы должны ее сюда поставить. Вот сюда. И проткнуть это все. И чуть-чуть увеличить. Чуть-чуть S по X маленечко. Так вот. Shift D вниз по Z. Так. У этой надо сделать следующее. Вот эти вот ребра. Это ребро, и это ребро еще. Вот это вот. Нет. Это и это. Мы должны их подвинуть по Y. Вот тогда они, падая на землю, станут как надо. Так. Далее мы можем вот это вот все. Это и вот это, а также вот эти две плашечки. Сказать Shift D. И подвинуть их по оси X. На вот это место. Таким образом, создав то, что нам нужно. В принципе, почти все. Пару вещей здесь надо сделать еще этим. Так, фонари едут по Берлину наши фонари. Так, что я понял, это ерунда. Опускаем вниз. Зато. Вот так. А здесь берем вот эту штуку и говорим, и вот так вот делаем ее. Можно немножко сдвинуть ножи по X вот сюда, скажем тогда, и выдвинуть их Е. Так. Нужно было еще разделить на 2. Ну, я уже устал, честно говоря. Делить тут все на 2, на 3. Все, достаточно будет. Так. Вот тут нам этот бампер-то не нужен. По сути. Ну, мы сделаем 2 украшения еще вот здесь. Возьмем тоже кубик. Где он? Да-да-да, как раз такое я и хотел, нужно подумать. Просто кубик. Вытаскиваем кубик. Делаем его маленьким. Сначала S по X, вот так. Потом общую делаем маленькую. Потом делаем по Z немножко. Не был квадратиком, прям таким же. Так. И ставим его на место. Место у него вот тут. Один здесь.
Где? Вот тут. Так. Видео. На Excel сюда. Так. И хорошо, все прекрасно. Вот тут выделяем сейчас вот этот, говорим, Ctrl D. Отлично. А далее берем его еще раз. И воспользуем. Тянем наверх. И говорим Е. И говорим Ctrl-B. Отлично. То есть такой вот ящичек у нас получился. Мы его возьмем тоже. Это просто декоративное украшение. Shift-D. И по Y. Потянем отсюда. Так, отлично. Теперь выбираем оба. Shift, Ctrl-J. Переходим в объект Set Origin 3D Cursor. И Mirror. Вот они. Отлично. Вот так. Полностью теперь у нас все хорошо. Но что я еще заметил? Тут все в принципе. Что вот эта часть мне как-то не нравится. Я ее хочу подвинуть GPX вот сюда, чтобы вот так сделать более-менее. Хорошо, отлично. И последнее, сколько у нас времени? 13 минут успеем. Последнее, что мы сделаем еще вот здесь зеркала большие. Сделаем. Потому что так не годится. Так не годится. Мы можем эти вот эти опустить немножко вниз. Можем. Так. Чтобы здесь протянуть два путика. Угу. И еще вперед, наверное, надо немножко G по Y. Вот сюда. Так, отлично. И здесь сейчас сделаем. Вот так нам надо. Поток. Спереди надо смотреть и его делать. Берем вот этот. Так. Так. И вот так. Все. Так, это у нас и без того. Курва, да? Мы ее просто сейчас прокурвим. Кто-нибудь может мне объяснить происходящее?
Спасибо. Посему делаем так. Берем 90 мм цилиндрическая цилиндра, уменьшаем ее делаем тонкую. Такую, наверное, выводим по высоту сюда, поднимаю наверх, ну и здесь нам нужно произвести некоторые действия. Выбрать вот этот. Закипульку нам надо сделать. Да. Что у тебя? Вот так. Ну и смотрим. Во-первых, это слишком длинная такая получается, нет? А ладно, мы к этому придем еще. Чтобы не делать нам две загибулечки, мы сейчас сделаем следующее. Выберем это все. И подымем сюда. Так. Потом скажем следующее. Мы выберем вообще ее. Так, уберем все ее трансформации. Скажем, что у нас объект Saturation по 3D курсору и по Mirror сделаем сейчас по Z. Да.
Мне же придется ее пустить сюда. Пока удалить и еще раз провести этот фокус. Можно, конечно, было поставить сюда этот. Все отлично. У нас он есть теперь. Вот этот прутик. Давайте его теперь ставить на место. Есть у него, может быть, вот тут. G. Двигаем маленечко G по Y сюда. Так. Вот здесь устанавливаем следующее. Это надо выбрать Edit Mode и выбрать вот это вот. И сказать E. Подвинуть ее вот сюда. Так, а теперь общий подвинуть чуть-чуть назад, то есть по Y. Вот так. Так, теперь мы можем ставить зеркало, коверкало. Это тоже кубик. Куб. Выводим его за пределы. Ну, начинаем делать всего зеркало. SY. Вот такое. SX. Вот такое. И SZ. Вот такое. И смотрим, как оно будет здесь смотреться. G. Ясно, что она большая ластенька. Уменьшаем чуть-чуть. По Z, да? S по Z. В середине стоит? Нет. Ставим середину. Приксу. И еще немножко уменьшаем приксу. S приксу. Делаем чуть уже. Так вот. Ну и соответственно по Y. S по Y тоже. Теперь можем ставить на место ее. Где она у нас там? По Y. Вот сюда прицепим. Да? Можем, конечно, внутрь завести. Давайте внутрь. Так, далее. Edit Mode. Выделяем вот эти ребра. Берем Ctrl-P. И видим, что неправильно она. Что неправильно она работает, значит, убираем все трансформации. Ну, теперь Ctrl-B. Все отлично.
И здесь ставим зеркало. И внутрь. Готово. Все время у нас 26 минут. Последнее, что мы сделаем, поставим здесь какую-нибудь сигнализацию, да? Сейчас я подумаю, какую. Так, ну что ж, последний штрих. Давайте сделаем его таким. Shift A. Меж куб тут наверх. Уменьшаем. Так, это будет S по X. Так, да. Далее делаем следующее. Берем гитмод, берем вот это ребро и тянем его по Y-ку. Так, это ребро, это G по Y-ку, да? Вот так тянем. Отлично. А далее делаем следующее. Ctrl-R ставим. И этот Ctrl-R, Ctrl-V растягиваем вот так. Зачем я так сделал? Ctrl-V. Ну. А. Все вот так. И теперь эти вот штуки во все стороны равны делаем. А для этого вот этот нормально. Чудно. Единственное, что отпускаем опять же вот этот. Вот это ребро опускаем вниз. Это у нас будет оранжевый, это будет белый. Так, и чтобы оно было немножко поинтереснее. И вытаскиваем Е. Нет. G вытаскиваю. Нет, тоже нет. Так. Смотри. Тогда не надо. Делаем по-другому. Вот это выделим. И тоже скажем Е. Е по Су. Давай. Вот так. Ну, теперь просто выбираем эти ребра. Почему не хочу? Почему-то не хотел. Ну что, тебе напоследок.
И здесь. Некрасиво. Неправильно мы сделали, ребята. Не надо было так делать. Надо было сделать так. Вот это ребро. И вот это ребро. И растянуть их по S, по X. Все. Отлично. Теперь берем эту штуку и опускаем туда, куда нужно. А куда нам нужно? На вот сзади. Будет красиво. G. Сюда спереди поставить или сзади, или посередине. Я думаю, сзади будет красивше. И любуемся, и любуемся, и любуемся, и любуемся. Мы поделали большую работу. Мы создали великолепный тягач. Мощный. Интересно, кабину можно было чуть ниже сделать, но остальное все нормально. Так, ну потом я покрашу, пойду отрендерю и вам покажу. Да? Всего доброго, друзья. На этом мы закончили наш автомобиль.